It's a lightweight bout between Khabib, the Eagle Nurmagomedov, and Conor McGregor. Our tale of the tape for our main event of the evening. Both of our fighters are 27. Nurmagomedov is 1 inch tall. Всем привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами Локи и Блэк Хоррор. Всем привет. Мы решили поиграть друг против друга в UFC 2. И вот этот импозантный мужчина... какой... По-моему, судья был в запое, он показывает сердечко. Это что за хрень? Ну что, ты готов, Роман? Да, я готов. Роман, вы готовы? Так, ну что ж, я играю за Макгрегора. За кого же играешь ты? За Нурмагомедова, русский мишка, пошел в бой. А, ну ладно. Сразу вот так вот. Чё ты тут пляшешь, а? Чё ты тут пляшешь? Блин, всё, ладно, я... Ещё вопросы. Я спокоен. Чё, бегать будем, да? Бегать будем. Давай побегаем. Ух ты. Ах ты, вырваться теперь бы как? Отлично. А это нифига не отлично. Колено от русского мишки. А вот так, А вот так, с одной, с другой. Давай уже цепляйся от меня, ты сволочь. Чё ты там делаешь? Слушай, это не круто. Нормально, нормально. Тихо. Подожди. Типа не бей, дай попробую. Подожди, не бей, дай попробую. Сейчас, секунду. Я просто пытаюсь тактику свою предпринять. Ах ты. Есть ли она у меня вообще, эта тактика? Отлично. Конечно, мне все замечательно. Как у... Вот началось. Блинский. Поехали. А ну иди ты к черту. Куда это ты пополз, а? Да куда иди ты пополз? Вообще, знаешь. Я еще как вдарю. Как только ну, смогу. Давай, подойди сюда и вдарь меня, ну. А ну-ка. А ну-ка, тихо. Чего задумался так? Я пытаюсь твой блок в побегах. По писечке, по писечке попал. Тихо. Вот так, хорошо, справа, слева. Ах ты, схватил меня, зараза, а? Да иди ты к черту. Как-нибудь. Мы что, так долго будем обниматься? Наверное. Ох, это я сделал. Что ж такое-то, а? Что ж ты... На тебе. Ой-ой-ой. На тебе. Да. Ох ты, блин. Обнимашь. Ну чё, было что-нибудь крутое у нас? Ну вот здесь я ударил тебя по коленке. Потом показал могучий локоть на расстоянии. Здесь я пропустил хороший такой апперкотик. И такой мне по коленке, типа, иди ты. Чё ты, блин, там? Отстань мне. А здесь что-то ковырнул. Но потом получил сразу двоечку такой нормальный. Да, тебе тоже тебя показывают? Да. Ну, не послышь, там кричали, мочи его! Нормально. Но все-таки за русского играем, может быть, тут и этих добавили. Прям на русском, что ли, думаешь, кричали? Не, ну... Ты слышал, прям на русском кричали, мочи его, да? Да не, я думаю, что это мне показалось просто. They're working hard here in the clinch. Wow, brutal knees. Ах ты, что ты пытаешься сделать?
Я пытаюсь выйти хотя бы из-за Да нет, ранее. это был такой, знаешь, риторический вопрос. Да что ж такое-то, а? Так, ну что, ну давай, подходи ко мне. Ну что, ты будешь подходить или нет? Внимание весь! Precise jab by Nurmagomedov. Conor McGregor's got to do a much better job of utilizing his reach advantage. He certainly. О, как отлично! Нормально мне прилетело. Тихо. Nurmagomedov with a kick to the body. Nice shot. Both men landing in that exchange. Тихо. Ты так прикольно иногда, знаешь, такой дерешься, когда. Ах ты. Тихо. Что ты? Ты меня заламывать пытаешься? Не-не-не-не-не. Так не подойдет. Слушай, не подойдет. Да что ты будешь делать? Так. Да господи, пол. Все, ладно. Иди сюда. Вот так вот. Ах ты! Офигеть! Слушай. Видал, как он? Ой-ой-ой, это было больно. Ах ты! Блин, да иди ты! Так, отлично, вот это. Уйди ты к черту вообще от меня. Куда ты? Ой-ой-ой. Ух ты, как ты увернулся-то, а? Да, здесь и тут же получил. Ну как ты так не попал-то в него, а? Да ёлы-палы. Что сейчас было? Повезло. Просто ты меня вырубил, и время закончилось. Твоя вот эта вот могучая пяточка вперед. Мне кажется, нос сломали. Там будут показывать какие-то моменты? Ну-ка, давай. Вот это могучая пяточка. Сейчас опять ее покажут. Ну да. Она была самая могучая. Слушай, действительно, только... Это когда ты меня хотел снизу так захватить, да? Да. Нет, по-моему, это вот это последнее, нет? Да не-не-не, тот момент, когда ты хотел меня снизу. Так, давай. Сразу. Он, кстати, интересно иногда, знаешь, когда что-то... Ты блок ставишь, он так как будто чуть ли... Да блин. Да что ты будешь делать? Да что ты, иди ты! Нет, нет! Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это да! Да... Дело называется залом на удар коленом, а у меня тонуса не было, я тебя погладил колен. А это было круто. Все, у меня получилось. Я думал, я не смогу победить тебя. Но это реально случайно. Просто видишь, я ударил и потом да, что-то. У меня тонуса не было, когда я тебя захватил. И я тебя ударил коленкой, ты отошел, и тут же мне с правой сразу дал, а здесь у меня уже без тонуса, я ничего сделать не мог. Да, это чисто случайность такая получилась. Офигеть. Я просто радостный, что это моя первая победа. Я тут с компьютером пытался играть, это невозможно. Он не побеждает. Да нет, это на самом деле все это дело привычки. Но иногда вот так, когда получаешь, бывает даже от компа куда-то. Компьютер, он просто... У него присутствует стабильность, и, соответственно, у него тонус вообще никогда не заканчивается практически.
Так, ну что, давай еще тогда бой. Ну что, второй бой. Да. Брюс Ли. И Альберт Туменов. Да. Я постарее тебя буду. Ну, сейчас... Ой, блин, я на ту кнопку нажал. Ну да, мы это уже все смотрели. Мы это уже все видели. А сейчас... А ну иди сюда, Брюс Ли. Ну все, мне хана сейчас будет. Ух ты, господи. Ух ты, а чё он так сразу падает? Слушай, это и нормально? И тонус ушёл. Ой, фига себе ты зарядил мне. А он же вообще в UFC участвовал? Мне кажется, нет. Господи, чё ты творишь? Слушай, мне стрёмно с тобой играть. Ой-ой. Слушай, Туменова мне жалко становится. Вы раз плохо вы достали, да? Да. Куда я попал? Правый, левый, носочек. Блин. А как приседать, кстати? Не знаю, я знаю только как уворачиваться. Что-то увернуться пытаюсь. Все, короче, я тебя еще... Какого? Чё за... Иди от меня! Иди ты от меня! Так, тихо. Мы чё, к стенке прижались? Да, ты прижал меня к стеночке. Ты... Отлично! Хорошо! Ты слышишь, там кто-то кричит вовсю? Давай, 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 вылезай уже отсюда. Ах ты, блин. Не, слушайте, он даже вырваться не может. Короче, знаешь, что я так чувствую? Да, на самом деле. Да ну нафиг, это просто жить. В такой на пол ложится и берет ее. Но зато замечаю, если ему в ухо попадешь, он прям чувствует. Да просто у меня тонуса нет. Сейчас, слушай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня носа нет уже, серьезно. Это магия просто, видишь, слишком сильные удары. Игра пытается их сдержать. Что-то с соединением небольшие проблемы у нас. Это было... Нечестно. Ты что, мне что, это выломать пытаешься? Я тебе не дамся. Ты пытаешься меня выломать? Я сломаю тебя, блин, а... Добей ты его, чё встал-то? Главное, я вышел на этот, на позицию удара. Смотри, ох ты как! Такой чисто ногтём ему по лбу. Да-да-да. Смотри, вот его носа тут же не ставит. О, да. Грязная пятка. На эту пятку всегда тащит, блин. Пяточки. Здесь нормально так в ухо. Так а чё, блин, у него такое чувство, что все удары слабенькие. У кого? Один удар мне, он пол лица, по-моему, разбил. Смотри, какой у него прыщ там. Ну, кстати, да. Да, блин. Не на те кнопки нажимаю. Так, ладно, пора подсобраться. Не проиграй, да? Я явно не из той категории, что ты. Ну, это, кстати, да. У него что-то тут больше с боксом, например. Да господи, я даже ударить не могу. Чё за идиотизм? Да
Oh, just missed with that right. Lee got taken by that right. You could hear that one. Так. Ух ты как, господи! Нет, нет! Иди, иди к черту. У меня получится тебя. Я вообще, я жму кнопки, у меня из-за этого соединения все куда-то улетает, непонятно куда. Добивай, добивай! Да ну ты что, издеваешься? Он еще и встал. Нет, кажется, это все. Хамасянь. Что за... Нормально ему так въехало прям. Стрит-бум. Слушай, ну, мощный-то кто у меня был этот игрок? Раз уж... Ну раз уж ты так бил ему, а он как бы вставал все равно, да? Смотри-ка. Ну, да. Ты ему как фига, ему пофиг было в какой-то момент. Это мощно. Ну да, кстати, в первый раз ты нормально вывернулся. Ну что, 1-1. Ну что, ребят, третий бой. Женщина будет все решать, да. Ну, почти такая нормальная стата, разве что возраст. Должен быть, по идее, равный бой. Если, конечно, нам арбитр не покажет сердечек. Господина Грожа. Ну и... Ты... Да ты иди ты... Ты чё делаешь? Слушай, нет! Это было вообще смертельно! Чё тебе за кирпич, блин, а? Нормально, нормально. Ух ты как! Не смог развернуться, да? Смог. А вот сейчас? Ух ты! А вот сейчас? Ну иди сюда. Давай, давай, давай. Ну, да блин. Так. Ух ты, как ты так отпрыгнул-то, офигеть! Вот так вот, это magic. This is gonna magic. Да господи, как ты не по... Надо что-то с этой... Ну все, короче. Знаешь что? Я только тебя схватил, слушай. Не, так дело не идет. Low stamina, low stamina. Ух ты! Так, все, соберись. Under 2 minutes now. Solid short hook from the clinch. That knee did damage. Что ты делаешь? Давай, 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 давай. Good defense there. And they move out of the clinch. Joe, you can hear Greg Jackson in the corner of Holly. Так. Encouraging her to continue to utilize her footwork. Oh, nice run. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что-то там ручкой мне показывает. Ну давай. Ой-ой-ой, куда ж ты мне попал-то так, а? Отлично. Ты чё, а? Ты чё хочешь? Ты дураться хочешь?
Ну ладно, размен. По ударам 1-1, оба лица разбиты. Ну это да. Здесь вообще что-то непонятное. Я не понимаю вообще. Проскользили что-то там. А, вот, видишь, это когда ты меня оглушил очень сильно в самом начале. Да, да, да. А мой момент? Где мой момент? Вот здесь опасный удар по колену. Она даже, по-моему, не почувствовала. Что-то фигню показали. Глотает так, как воду, а? Только воды-то помнит. Она такая, ну где вода? Дайте мне воды. Мне послушай, опять там крикнули, стерва, вырывай ей волосы. Ух ты! Home with the left kick to the midsection. That's a nice punch by Rousey. Wow, what a great job mixing things up. Тихо. Успокойся. Drum a bit surprised. She hasn't looked to take the fight to the ground. Especially considering the great submission skills she possesses. Ух ты, как ты! Oh, yeah. Опять! Попал ты мне. Ты где ты к черту? Ты что делаешь? Слушай. На тебе. По носу, стерва. Ромчик зашел. Ну, за женского персонажа. Надо так волосы еще друг у друга выдирать. Че, я тут пинаться могу, ты не знал. Ух ты, как нифига себе-то. Нифига себе. Ой-ой, блин, прям в нос. Прям в нос. Hard straight punch. Very nice. Блин, прикольно как-то ты там. Ой, ты! Ох ты! Ой, нет, 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 нет! Нет! Нет, нет! Господи, нет! Нет! Мне казалось, что она сейчас ее головой пробьет. Смотри, она даже встать не может. По-моему, я ей пробил череп. Да уж. А потом мы спрашиваем, а чё это такие женщины все выглядят странно? Ты посмотри, блин, как... У нее рот даже уехал, смотри, походу она в этот... Сейчас, давай, сознание потеряла. Она еще и об сетку ударилась. А потом только тебе плохо. Я тебе помогу. На тебе еще, да? Посмотри на того парня, который слева наблюдает. Он вообще у него так... Ну что, ребят, спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. Если хотите видеть продолжение, подписывайтесь на наши каналы. Да, с вами был канал Black Horror и Локи. Всем пока. Пока, ребят.